Людмилы Николаевны нету. Нет, тут у нас. Почему-то. Да, еще Людмила Николаевна замерзла уже, она замерзла. Да. Она замерзла, видимо, да. Она да. Вообще скромная, еще скромнее Дима. Да. Она согласовывала, да? Да, Людмила Михайловна. Что даже не пришла. Ну, знаете, я же все время ходила мимо этого дома и знала по рассказам бабушки, что мы, они здесь жили. Но вот как-то меня это до глубины не проникало. И вот только когда я прочитала эти мамины воспоминания, до меня дошло, что вы прочувствовали. Да. Да. А жили-то Карла Липница 23 до 16 лет, там жила. Вы не отходите, если не боитесь подержать шуруповерт, то можете завернуть шурупчик. Не, я боюсь. У меня ручонки ненадежные. Ну, немножко-то подержите, чего, подержаться за шуруповерт. Вадим, если что, подстрахует. Символически. Да. Символически. У нас родственники символически, шурупчики. Вот так же, конечно. Да. Сейчас. Угу.